Re, весь этерс ir te. Ну и далее в нашей передаче рубрика «Дежурный по жизни». Сегодня отвечаем на ваши вопросы, которые касаются недвижимости. Дежурный по жизни, здравствуйте. Приобрести недвижимость – это немалая головная боль. Необходимо, чтобы нравилась и цена, и дизайн, разумеется, место расположения. А что, если вот прямо под боком, за стенкой, сосед продает свою комнату? И вроде бы тебя все устраивает, и все нравится. Тамара интересуется, могу ли я у соседа в его трехкомнатной квартире купить всего одну комнату и присоединить к своей квартире? Вообще это не наказуемо. Потом надо посмотреть, занесено ли это в земельную книгу и есть ли законный владелец на эти квартиры. Значит, одну комнату можно купить, поскольку не меняется сама планировка внутри, то все это оценивается, делается проект, закрывается стена одна. Во второй стене делается отверстие под дверь. Ну, естественно, согласовывается с архитекторами, с Бувалдой. Это конструктивные изменения в здании, если это не затрагивает капитальную стену. Если затрагивает, это немножко другие издержки. Если не затрагивает, это менее издержки. Все это законно, все это можно делать. У вас есть вопросы? У нас ответы.